Дом – место, куда хочется возвращаться после учебы, рабочего дня или же из тундры. В селе Нижняя Пеша продолжается строительство жилья для оленеводов. Как проходит процесс возведения объектов и когда планируют сдать дома, расскажет Дарья Чупрова. Нижнюю Пешу можно назвать одним из крупнейших районных центров. Те, кто кочует, приезжают сюда закупиться продуктами, поправить здоровье в больнице. Так что строительство домов для оленеводов здесь очень важно. Работы здесь начались в июне 2020 года. Тогда дома подвели под крышу, сейчас завершают внешние и продолжают внутреннее обустройство. Сделали недавно крыльцо, сейчас будут отделочные работы, будем обшивать все сайдингом, потом ставим двери. Окно уже стоит. В рабочем коллективе конфликтов не возникает. Ребята трудятся дружно, вместе общаются. И это все своими силами. Не откуда-то кто-то приезжает там делать, а вот именно своими силами. У нас рабочих хватает. Только для установки натяжных потолков приедут мастера из города. В Нижней Пёше такой вид работ никто не выполняет. Впрочем, сельская жизнь заставляет постоянно осваивать новые навыки и профессии. В общей сложности в настоящее время на объектах работают 5 человек. Да, у нас сейчас в Нижней Пёше строятся для оленеводов дома. Наш колхоз «Заполярье» принял решение в прошлом году о строительстве этих домов. Мы строим 3 дома для оленеводов и 1 дом строим для специалиста. Вот эти дома у нас, скажем, из современных материалов, из СИП-панелей. Они безопасные, теплые, экономичные в плане отопления. Вот я надеюсь, что к 1 октября мы дома эти запустим, у нас оленеводы будут жить в комфортных условиях. Каждый оленевод получит свой отдельный дом с кухней, комнатой, кладовкой, санузлом и продуманной отопительной системой. На севере с этим не должно быть никаких нареканий. Мало ли, оленеводы, если куда-то поеду, там в гости, там в другую деревню, у нас для этих целей заливается в систему незамерзайка. Строительство находится на контроле, чтобы потом не возникли вопросы и не обнаружились неполадки. Все материалы были завезены вовремя, так что сдать объекты планируется в срок. Уже совсем скоро оленеводы получат ключи и смогут отметить новоселье. Дарья Чупрова, Владислав Носкин, телеканал «Север».